В округе стартовал первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». С 12 марта все неравнодушные жители округа могут сообщить о фактах потребления и распространения наркотиков на территории региона. Жители округа могут сообщить о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и о других преступлениях и правонарушениях. Основными задачами акции, конечно же, является это сообщение и выявление лиц, потребляющих наркотики в подъездах дома, в квартирах, на территории города Нарьян-Мара, также распространяющие наркотики и также выращивающие, как уже недавно показалось, что в течение вот этих двух месяцев мы выявляли лиц, которые занимаются культивированием наркотических средств, марихуана. Вся эта информация, конечно же, мы получаем данную информацию, проводим проверки и выносим решение по данным проверкам, либо привлекаем лицо к административной ответственности, либо к уголовной ответственности. В период проведения акции работают телефоны доверия. По ним можно сообщить о фактах распространения наркотиков, а также получить консультации и помощь по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. Кроме этого, полицейскими по городу будут распространены информационные буклеты. Информация тут имеется, телефоны, также, конечно же, в дежурную часть по телефонам 421-26, также по мобильному телефону службу полиции. Можно также сообщать мне, как начальнику наркоконтроля, это 8911-650-57-49. Буду ожидать любые звонки. По всем звонкам, которые будут предоставлены в управление, будут проведены проверки и будет результат также опубликован в средствах массовой информации по результатам данной акции. По всем сообщениям от бдительных граждан будут проводиться проверки. Акция продлится до 23 марта. Следующий этап пройдет в ноябре этого года. Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».